После долгой рабочей недели эта суббота выдалась особенной. Был не просто выходной, проведенный дома у телевизора, а по-настоящему спортивный яркий день. В Березовой роще за стадионом «Металлург» состоялись лыжные гонки на первенство района. К участию были приглашены все желающие. Дети, школьники, молодежь и взрослые. Поддержать ребят пришли родители. Привезли дочку, первый класс. Мы впервые принимаем участие в таких соревнованиях. Надеемся просто получить опыт на победу, может, пока рано. Для лыжников была подготовлена идеальная трасса. Ее протяженность составляла для малышей 500 метров, для опытных лыжников 5 километров. Трасса готовится не за один день. Мы ее начинаем готовить, когда только снег выпадает. Делается подушка со временем, и становится жесткой, как сейчас люди ходят, даже не проваливаются. Не менее важный момент – готовность лыж к пробегу. Главное не только правильно подобрать мазь по функциям держания или скольжения и по температурному режиму, а также грамотно нанести ее на скользящую поверхность. Берем парафинчик, утюжком наносим, снимаем, приезжаем на старт, наносим ускоритель, и все, лыжи летят. Сначала на старт после небольшой разминки вышли самые юные участники гонки. На старт, внимание, марш, поехали! Первым к финишу в этой возрастной группе пришел Миша Миронов, показав лучший результат – 2 минуты 36 секунд. Я всех обогнал и стал первым. Может, в будущем и он станет чемпионом, как наш земляк Дмитрий Решетов, мастер спорта по биатлону. Дмитрий стартанул как Феррари, оставив всех позади. Эффектно и красиво пролетел он по трассе, преподав лыжникам-любителям мастер-класс. Я начал с 12 лет и занимался где-то года 2-3, потом перешел в биатлон, дали винтовку, начал стрелять, и как-то так закрутилось, и вот теперь на российском, на мировом уровне. Неважно, кто и с каким результатом в этот субботний день пришел к финишу, победителями стали все. Это такое удовольствие, когда ты бежишь, светит солнце, такая прекрасная погода, но я только за этим сюда приехал. Татьяна Соловьева, Александр Ильин, Видное ТВ.